Hi, I'm Nastya, and I have Netflix addiction. Hi, Nastya. I'm watching TV series all the time. Friends, How I Met Your Mother, Scrubs. I've watched all of them 1,000 times, and there are these new ones. Game of Thrones season 8, The Good Place season 3. Sometimes it gets overwhelming. Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. Я часто смотрю сериалы, и для меня в свое время они были мощным мотиватором для изучения английского языка. Да-да, и кстати, британское произношение я поставила себе, повторяя реплики за Lady Mary из Downton Abbey. We're not going to marry, but I don't want him to spend the rest of his life in a cave. Я тогда еще не знала, что такое posh English. Смотреть сериалы на английском можно, нужно и полезно, поэтому я часто своих учеников на них подсаживаю. И знаете, заходят, они начинают интересоваться культурой англоязычных стран и подхватывать много полезных выражений. Easy peasy lemon squeezy. Сериалами я работаю так. Готовлю задания каждой серии и прошу учеников их выполнить. Если серии короткие, 10-20 минут, то их можно смотреть прямо на занятии. Главное не забыть про pre-teach vocabulary и подготовительные задания перед просмотром, чтобы облегчить им задачу. Я решила сделать подборку крутейших сериалов, которые будут полезны на занятиях английского и в качестве домашнего задания. One day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world. Anne with a Knee. Это экранизация романа Anne of Green Gables и один из самых нежных сериалов, которые я когда-либо видела. Он про девочку Anne, которую удочерили по ошибке. Изначально семья планировала взять мальчика, чтобы тот помогал им в хозяйстве. Интересно наблюдать за тем, как Anne проходит все трудности с оптимизмом и верой в лучшее. Стоит отметить и красивые кадры, и удивительную операторскую работу. Сериал подходит для работы со взрослыми и подростками. Hello, 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 children. A Series of Unfortunate Events. Этот сериал просто находка для учителя английского. Новая экранизация известной книги, всего 3 сезона. Помимо того, что картинка завораживает, там очень много definitions и witty puns, которые актуальны для наших занятий. Например, там объясняется разница между literally и figuratively. Because literally all people overuse the word literally. Все начинается с того, что трое детей узнают о том, что их родители perished in a terrible fire. И теперь они будут жить с опекуном. Perished means killed. We know what perished means. Им оказывается злодей, который на протяжении всего сериала будет их преследовать с целью овладеть богатством семьи. Именно сейчас я работаю над заданиями к этому сериалу, как я вам и рассказывал в предыдущем выпуске. I didn't realize the sand went so quickly. I bought it online. You're gonna need to flip it a couple of times. Ну а если хочется чего-нибудь поострее для учеников постарше, то очень рекомендую The Marvelous Mrs. Maisel. Это история об идеальной американской домохозяйке, которую неожиданно бросает муж и которая на фоне всех этих печальных событий находит себя в стендапе. Smell that? Smells like cheap beer and piss. I know. Exciting, right? У главной героини очень живой характер и подвешенный язык. И лично меня впечатляет то, как блестяще она справляется с любой жизненной ситуацией. Поэтому она и marvelous. There's something here about miming a whore, tickling a man's testicles. Oh, I did. Oh, yeah, do that. She did. It was funny. В сериале поднимается вопрос семейных ценностей, гендерных ролей, истинного таланта, славы, и все это может послужить отличным поводом для обсуждения после просмотра. В каждой серии есть много забавных ситуаций, клевых шуток, игр слов и море полезных фраз. Официально возрастное ограничение 15+, но я бы рекомендовала его исключительно для взрослой аудитории. Everywhere you look, people are hooked on the things! Для тех, кто не знает, это сериал о The Evils of the High Tech. Некоторые серии достаточно тяжелые эмоционально, поэтому я смотрю одну серию в несколько месяцев. Но есть и довольно безобидные. Сериал хорош тем, что эпизоды между собой не связаны, разве что тематикой. Каждый из них как отдельный фильм. С точки зрения языка, сериал тоже очень богат интересными выражениями, фразовыми глаголами и лексикой на тему современных технологий.
Новый нашумевший британский сериал рассказывает о катастрофе 86 года. Создатели тщательно потрудились, чтобы воссоздать атмосферу СССР. Проводили специальные исследования, поднимались архивы, и на данный момент рейтинг на IMDb 9,6. Сериал короткий, всего 5 серий по часу, поэтому он отлично подойдет в условиях ограниченного времени. Почему стоит смотреть этот сериал? Ну, во-первых, этот сериал в топе, и ученики, скорее всего, будут его смотреть, поэтому пусть уж посмотрят на английском. Во-вторых, там подробно описаны события тех страшных времен, и современные поколения об этом мало чего знают. В-третьих, в отличие от «Миссис Мейзел», которая пестрит разговорными фразочками и юмором, здесь другой вокабуляр, более серьезный, официальный, канцелярский, который тоже полезно знать. There are essentially two things that happen inside a nuclear reactor. The reactivity which generates power either goes up or it goes down. That's it. I encourage everyone to watch TV shows, both students and teachers, потому что это полезно и для наших навыков. Мы нередко находим что-то новое для себя, грамматические структуры или лексику. Поэтому у меня вопрос, какой из перечисленных сериалов заинтересовал вас? Какие сериалы вы бы посоветовали мне использовать на своих уроках? Буду очень признательна за ваши комментарии. На этом не все, надеюсь, видео было для вас полезным. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и stay tuned! Бай! Дыхания не хватит. Ничего не вижу. Ты, конечно, отпусти. А, мы сейчас все заспойлерим. Ну, как-то наш пришел, нашумел и ушел, что ли. А вот так я еще ставила новую штучку. Заметила? Фэнси-фэнси. Люблю этот звук прям.